Вітаю вас, друзі! Телеканал «Миколаїв» представляє програму «Стоп-кадр» в студії Аніта Рашевська. В якому місці наші пращури намагались побувати під час православного посту, ми дізнаємось в нашій сьогоднішній програмі. І почуємо про велике таїнство, на якому, власне, і тримається весь білий світ. Люди з древніх ще времен завжди старались во время поста іменно побувати в монастирі. Меняя внешнюю обстановку, намного легче изменить и внутреннюю, ради которой фактически посты существуют. Пребывание Христа на земле сегодня – это как раз Евхаристия, вот это таинство. Христианин должен беспокоить своей душе, чтобы праздник встретить вот немножечко обновленным. 28 листопада розпочався Різдвяний піст, який триватиме до 7 січня і закінчується світлим і радісним святом Різдвом Христовим. Є у нас добра традиція на початку посту бувати в гостях у православного священника, щоб почути глаголи вічного життя і налаштувати душу на духовний лад. Сьогодні, друзі, ми в гостях у намісника чоловічого монастиря святих рівноапостольних Константина і Єлени, архімандрита Варнави. Як ви думаєте, господа, в яке час ми з вами живемо? Время – це таке таїнственне поняття. Время розбрасувати камні, время збирати камні, время созерцати, время действовать. Вот, например, сейчас, мне кажется, время и действовать, и созерцать одновременно. А знаете почему? Потому что сейчас начался рождественский пост. И ну где можно посозерцать и подействовать, как не у святых стен монастыря? И поэтому мы решили наведаться в монастырь Константиновские и поговорить с настоятелем о вечном и о сегодняшнем дне. Давайте пойдем, найдем настоятеля и поговорим с ним. Пойдемте. Вот за моей спиной, друзья, монастырский храм. Такая маленькая, но такая красивая и уютная церквушечка. Отец Варнау, мы приехали в монастырь для того, чтобы начался рождественский пост, и как-то люди в суете, ну, просто гибнут. И для того, чтобы наши телезрители тоже немножечко почувствовали вот эту удивительную атмосферу тишины и благодати Божией, ну, где она еще чувствуется, как не в монастыре? Ну, я думаю, что лучше всего тогда приехать, потому что по телекамере навряд ли что можно передать вот состояние души, но все-таки вы что-то можете, наверное, подчеркнуть и уже потом передать. Мы поэтому и приехали, отец Варнава, чтобы вот через объектив камеры рассказать немножечко о монастыре и, ну вот действительно, чтобы люди почувствовали эту удивительную атмосферу монастыря. Отец Варнава, сегодня расскажите, пожалуйста, как живет монастырь? Ну, учитывая, что действительно рождественский пост, и наши люди из древних еще времен всегда старались во время поста именно побывать в монастыре, потому что, меняя внешнюю обстановку, намного легче изменить и внутреннюю, ради которой фактически посты существуют. Наш монастырь еще довольно молодой. Вы видите, что тут только все в таком начале, можно сказать, даже строительства, как и внешнего, так и внутреннего. Но в любом случае здесь уже идет непрестанная молитва. Здесь каждый день совершается богослужение. В 5 часов утра полуношница, литургия по чину, и все богослужение по чину, как и все тысячелетия вот, уставом нашей церкви написано, уже здесь совершается. Поэтому, конечно, это уже немножечко мир
вот другой, потому что здесь задачи, цели другие. Это, конечно, ощущается всегда, даже просто любому присутствующему, который приходит сюда и немножечко задерживается для того, чтобы вот побыть и наедине с Богом, наедине с собой в том числе. Отец Варнава, а вот, может быть, вы благословите, и мы вместе с нашими телезрителями немножечко пройдем вглубь монастыря, если можно. Да, пожалуйста, конечно. И подышим этим удивительным, совершенно удивительным воздухом. Друзья мои, пойдемте вместе с отцом Варнавой с нами погуляем по монастырю. Нет, погуляем — это, наверное, неправильно, да, отец Варнава? А как? Вот посмотреть, вот как правильно? Побыть, наверное, пожить духом монастырским. В общем, друзья мои, у нас с вами есть немножечко времени для того, чтобы побыть и пожить, и почувствовать этот монастырский дух. Идемте. И вот по этой лестнице, друзья мои, мы сейчас с вами вслед за отцом-наместником поднимемся в теплый зимний храм. Посмотрим, как там. И именно ведь там, об этой церкви говорил отец Варнава, что в 5 часов утра начинается полуночница, потом литургия, молитва. Пойдемте, посмотрим. Поднимаемся по ступенькам и идем. Посмотрите, какие крутые ступеньки, которые ведут нас на молитву. И вот мы уже поднялись по ступенькам, и вот уже перед нами, друзья мои, смотрите, вот церковь, в которой звучит молитва. И, может быть, именно благодаря этой молитве мы с вами и живы. Отец Варнава, вот есть такое твердое убеждение среди православных, что пока звучит молитва в наших церквах, до сих пор мы и живы, именно благодаря этой молитве. Ну, это обетование Божье. Вот Господь сказал: «Созыжду церковь мою, и врата адова не одолеет я, и сея а с вами во все дни до скончания века». И вот Его пребывание, Христа, на земле сегодня – это как раз Евхаристия. Вот это таинство, которое человек, которым приобщается к вечности. И они действительно, вот так же по обетованию Божьему, будут совершаться до последнего времени, когда вот уже Господь придет судить и живым, и мертвым по делам каждого, чтобы каждый воспринял то, что заслужил своей жизнью. Отец Варнава, вот в этой церкви каждый день совершается литургия. Вы сказали, в 5 часов утра уже насельники монастыря приходят на молитву. Представляете, телезрители, 5 утра, а люди уже стоят на молитве. И эта церковь, она не так давно была построена. Мы еще приезжали, когда здесь только-только закладывали стены, а вот уже купол, это уже церковь. И, как говорят, церковь не в бревнах, а в ребрах. Правильно. Самое главное то, что здесь идет молитва. Вот, потому что вне зависимости от внешнего здания, вот, самое главное действительно люди, их вера, вот, их стремление к спасению. Но внешние определенную роль играет. Вы говорили по дороге, что это теплый зимний храм. Вот, поэтому у нас большой старинный храм. Вот, он летний, он неотапливаемый, а здесь для того, чтобы все-таки было людям и тем, которые приходят, и братья, вот на молитве не очень холодно иногда зимой бывало, там и буржуечку топили, и так приходилось мерзнуть. Вот, а здесь уже, слава Богу, вот мы уже более-менее в теплых условиях, вот, и поэтому, конечно, уже так, не обеспокоясь о своем телесном, человек уже определяет внимание молитве. Да, поэтому, ну вот так, он недавно построен, фактически 5 лет этому храму. Вот только в прошлом году его еще у нас вот поштукатурили. Вот, и вот так потихонечку, не быстро, вот, продвигается работа. Но, слава Богу, уже здесь совершается служба. Отец Варнава, мужской монастырь, в котором мы сейчас находимся, он называется мужской монастырь святых равноапостольных Константина и Елены. Почему такое длинное название? Название так по храму
большому храму, который престол, которому посвящен святым равноапостольным Константину и Елене, и само его село называется Константиновка. Вот, ну, я думаю, что из-за того, что был меценат, вот, все знают такого вот почетного гражданина города Николая, как Константин Соболев. И вот и потому что селение меняло название вот несколько раз, но вот последнее утвердилось после того, как построили храм в честь Константина и Елены, его небесного покровителя. Вот и когда уже здесь учрежден был монастырь, то он так и продолжил называться в честь святых равноапостольных Константина и Елены, которые вот, почитаются церковью вместе, вот в один день их празднуются праздники, так и в честь их и назван монастырь. Но ведь раньше здесь не было монастыря, построена была церковь, она была очень, и она и сейчас остается очень красивой, но самого монастыря именно не было. И почему решили создать здесь монастырь? Ну, я думаю, что, во-первых, это, конечно же, промысел Божий, во-вторых, управляется все и какими-то внешними обстоятельствами. Вот на то время здесь, и сейчас здесь проживает очень мало людей, а храм был уже такой разрушен, колокольня, обветшавший, и фактически приход бы любой не осилил бы его восстанавливать. И поэтому вот, по благословению Владыки и по решению Священного Синода был учрежден монастырь, который уже немножечко, вот к которому уже приезжают паломники, не только местные прихожане, но и паломники приезжают, участвуют каким-то образом вот, в жизни монастыря, и тем самым помогают и вот восстановлению храма, и уже строительству вот, других зданий монастырских. Я где-то читала, что если христиане – это воины Христовы, то монастыри и живущие в монастырях монахи – это такой своеобразный спецназ, который стоит на переднем плане фронта и который принимает основной удар вот всех этих темных сил на себя. И именно благодаря тому, что есть у нас монастыри, и молятся монахи, и люди могут, ну не то, что там спокойно жить, но хотя бы жить более-менее. Ну, я иногда даже людям, которые приходят, так как почти что как вы, это сейчас объясняю, вот спрашиваю, говорю, отчинар, знаешь? Он говорит, я хочу монастырь. Я говорю, отчинар, знаю. Знаешь? А он не знает. Говорю, ну, это элементарные азы. Вот, и поэтому, конечно же, для того, чтобы уже совершать, присутствовать на богослужении вот, там, седмичного круга, вот, не так просто. Да? Сначала нужно вот, научиться хотя бы такому простому. Вот, я не буду говорить про спецназ, потому что вот, все-таки это другая задача. Вот, и мы знаем, что наше брание против плоти и крови, как говорит Священное Писание, против духов злобы. Вот, а духи злобы, они невидимые, и поэтому это брань невидимая. Вот, но тем не менее, хоть она и невидимая, но очень вредная. Ну и в жизни каждый это ощущает сам, что такое, когда вот, зло, его носитель, дух злобы, начинает какие-то там козни делать, конечно же. И поэтому церковь дает эти средства борьбы. Вот, это и покаяние, это и смирение, терпение, молитва, пост, вот, о котором мы сейчас говорим. Это как раз те средства, которые помогают человеку в первую очередь избавляться от зла в себе. И тогда оно и не распространяется вокруг. Отец Варнава, ну сейчас вот мы в церкви, но есть у вас еще же в монастыре и другие места. Ну, да, есть, наверное, трапезная. Телезрители, давайте по благословению отца-наместника сходим в трапезную. Да, можно? Трапезная, мы уже так пройдем, она у нас тоже еще не завершенная, ее строительство. Вот. Но я думаю, что где-то мы сможем найти, где можем присесть немножко. Да, и чтобы посмотреть, друзья мои, пойдемте. Ну, раз мы уже приехали в монастырь, то я думаю, что стоит посмотреть, отец Варнава, пожалуйста, стоит посмотреть, и что там в трапезной тоже посмотреть. Пойдем. Ну вот мы заходим в трапезную монастыря. Посмотрите, какая она интересная. Вот здесь вот это, видите, такое окошко. Все совершенно необычное и одновременно с этим какое-то очень родное. А вот, телезрители, гляньте, такой старинный-старинный сундучок. А что в сундучке? А в сундучке хлеб. Видите, все просто, но очень уютно. И очень как-то по-родному. И
вот в этой трапезной тоже чувствуется какой-то особый дух. Ну, вообще, в монастыре, отец Варнава, вот вы знаете, вот в монастыре как-то здесь, ну, как это сказать, не все, все как не у людей, это так неправильно сказать, но совершенно по-другому, как будто мы вернулись домой. Ну, вот у меня такое ощущение, правда, телезрители, как будто мы вернулись домой. Почему, отец Варнава, как вы думаете? Не знаю, но люди действительно бывают разные, вот, у всех по-разному бывает, поэтому... Вот на ваш рассказ даже про монастырь, для кого-то он что-то уже, наверное, ощутил себе в сердце, а для кого-то ничего не значит. Вот, потому что все зависит от того, какое внутреннее устроение. То есть если для человека бытие Божие – это не истина, если для человека его бессмертная душа, воскрешение, оно вопрос еще только... рассуждение, если для него вечность ничего не значит, то и ваш рассказ, ну, совершенно будет никак, ничего не значит. Вот. Поэтому, конечно, что вот, для разных людей по-разному воспринимается, и в том числе и пребывание в монастыре. Вот. А душа по своей природе, еще в III веке Тертуллиан говорит, христианка, и вот она чувствует, вот там, где устроение жизни христианское, то она чувствует, что она возвращается домой. Вот поэтому такое ощущение. И те братья, которые приходят в монастырь, они тоже почему запастуются? Потому что они чувствуют себя здесь дома. А там что-то такое, там путешествие, а здесь уже, ну, все равно по жизни путешествие, но оно уже осознанно, они знают, что они уже дома, и уже здесь нужно идти, вспоминая как раз о самом главном, о своей бессмертной душе и о вечности. Отец Варнава, вот мы в самом начале еще говорили о том, что пост, который сейчас начался, рождественский пост, это время созерцания, может быть, время для того, чтобы ненадолго остановиться, друзья мои, но хоть ненадолго, и подумать, для чего мы, как мы, где мы и что будет дальше. Но для того, чтобы остановиться, для этого тоже нужно приложить определенные усилия. Потому что так человек в, вот в этой жуткой суете, которая на его закручивает, если не сделать усилия, то и даже порассуждать, зачем я и как я, и что будет дальше, тоже невозможно, наверное, да? Ну, конечно, все достигается трудом, даже в обычной жизни мы знаем, что если не приложить труда, ничего, результат никакого не будет. И тем более вот в духовной жизни вот однозначно нужно труд прилагать, поэтому так премудрость церкви устроена, что... Вот, и предлагается пост перед праздником, вот, для того, чтобы человек потрудился для очищения своей души. А это и достигается как раз средством, потому что пост – это средство вот, для того, чтобы за это время вот, очистить свое сердце, разум, вот, призывать благодать Божию, которая единственное средство, которое исправляет человека, очищает. И, конечно, что это определенный труд. Вот, к этому и церковь призывает нас трудиться, вот, для очищения своей души, чтобы вот она была общницей благодати Духа Святого. Отец Варнава, рождественский пост, он установлен перед праздником Рождества Христова. Такой, я думаю, телезрители согласятся с тем, что Рождество – это удивительный праздник, во время которого мы все немножечко становимся детьми. Но для того, чтобы стать этим чудесным ребенком, нужно потрудиться, а потрудиться именно в посту. Как вы думаете, отец Варнава, почему накануне больших праздников в православной церкви устанавливается пост перед Пасхой, перед Рождеством? Ну, есть уже история, и фактически каждый пост это имеет свое значение, свой смысл. Но просто так, если просто брать, то всякий человек, если готовится к какому-то празднику, то он что-то делает, да, уборку наводит, там, приготавливает все. Вот так и христианин должен беспокоить своей душе, чтобы праздник встретить вот немножечко обновленным. И вот для этого этот труд. И праздник Рождества Христова, это еще апостольское постановление, и апостолы еще нам объясняли, вот, что нужно почитать праздники Божии, праздник Рождества Христова, которым, как они говорили, благодать Божия явилась от рождения Слова Бога, Слова от Пречистой Девы Марии для спасения мира.
и такое великое значение имеет праздник Рождества Христова, и, конечно, к нему нужно готовиться, как мы уже говорили, очищая свою душу, вот, свой разум и привлекая благодать Божию, спасительную всем человекам. Отец Варнава, очищая свою душу, очищая свой разум, привлекая благодать Божию, ну что это такое? Вот, будьте добры. Просто вот для людей, которые имеют лишь первоначальное представление о духовной жизни. Что значит очищать душу, разум? Есть разные направления вот, в жизни духовного человека. Одно называется покаяние. Вот, это буквально перевод с греческого метаноия, изменение ума. Вот человек мыслил вот как-то так, на вещи смотрел, в том числе на духовные и на обычные, а он теперь по-другому смотрит, потому что что-то вот произошло, да, поменяло его взгляды. Вот. А есть и путь самооправдания. И вот очень много людей смотрят и говорят, что ну вот зачем мне этот пост, например, или зачем мне... у меня нет грехов, чтобы каяться. И сколько бы там кому-то не объяснял, конечно же, если он сам вот, не пожелает увидеть, то он не увидит, потому что ставший один раз на путь самооправдания, можно оправдать все. От таких простых мелочей, вот если что-то, почему ты там так сделал? Да потому что, аргументация всегда найдется, обстоятельства, условия жизни, люди, с которыми мы находимся, внутренние какие-то там проблемы, болезни, да, ну все что угодно, то есть оправданий найти всему, и можно вспомнить преступление наказания, когда вот Раскольников этот говорил, что вот как-то, да, был, я справедливо поступаю, потому что я тут молодой такой бедный, а вот эта старуха такая уже и всю жизнь прожила, и столько стяжала, поэтому это решение, как он считал, это справедливое решение. То есть это что, путь оправдания, а есть путь покаяния, когда даже любое малейшее вот что-то происшедшее с человеком, он видит, а не мог бы ли он поступить как-то по-другому, чтобы не произошло чего-то, то, что потом очищает его совесть. И вот тогда, когда человек становится на путь покаяния, ему и нужен и время для приготовления к празднику, ему нужен пост, и он увидит очень много то, что и потом нужно сказано, принесите плод достойный покаяния. Ему нужно особое время человеку, чтобы он молился и просил у Бога, которого он верит, что он благодати своей врачует душу, вот, исправляет его жизнь, дарует ему радость, вот, дарует ему мир и все благопотребное и в жизни сей. Самое главное, дарит ему вечность, которая от свободной воли зависит, принимает он или нет. Вот для этого все и предназначено церкви. Вот тогда уже есть смысл, когда человек серьезно отнесется к спасению своей души. А вы знаете, как-то у нас у православных так получается, что, ну, наверное, тоже промыслительно, в этом тоже есть промысел Божий, мне так кажется, но... Например, встреча Нового года гражданского, она выпадает как раз на последнюю неделю рождественского поста. Мы знаем, что чем ближе праздник, тем строже пост. Чем ближе к Новому году, к этому гражданскому, тем больше суета, тем больше вот это праздничное настроение. И вот именно постовое настроение, оно получается как совершенно нивелируется. Ужас. А что ж делать? Ну, все зависит от того, что в человека в его иерархии ценностей важнее. Вот. И, конечно, то есть государственные праздники, а Новый год, который вот в посту, это государственный праздник, как и другие, вот, любой христианин нормально воспринимает как государственный праздник. Вот. Но в иерархии ценностей его вечность все-таки, наверное, должна больше, чем праздники какие-то там временные, значит. И если это так, то он празднуя и государственный праздник, но не забывает о том, что есть пост, вот, и что есть вот, для души свое время. Вот, хотя даже если взять Рождество Христово, оно не призывает к какому-то там безумному там, пляскам там, или карнавалам, или чему-то другому, наоборот, оно призывает к молитве. Вот, оно призывает к радости духа в первую очередь. И поэтому, если человек правильно относится ко всему происходящему, то никаких проблем нет. Наоборот, это даже какое-то средство для его укрепления, что вот можно там забыть о всем вроде бы, да, там веселиться, как говорят, ешь, пей, веселись,
потому что завтра умрем. А можно подумать, что вечность впереди, и относиться к всему по-христиански, рассудительно, вот, не забывая о самом главном, о спасении своей души. Дай Боже нам з вами, друзі, тихо і мирно прожити Різдвяний піст і з радістю зустріти радісне свято, світле Христове Різдво. А сьогодні ми з вами були в гостях у намісника чоловічого монастиря святих рівноапостольних Константина і Єлени, архімандрита Варнави. Щодень завтрашній нам готує. Почуємо зараз. Я, Аня Тарашевська, прощаюсь з вами. На все добре. Останній осінній місяць листопад, який називають сутінки року, закінчується. А попереду нас зустрічає перший місяць зими – грудень, який сповнений чудовими святами. А розпочинається він з великого 12-го православного свята введення во храм Пресвятої Богородиці 4 грудня. Введення прийшло, зиму привело. Якщо на введення холодно, усі зимові свята будуть морозними.